Главный вопрос всех желающих похудеть, как сжечь жир, нашли ответ в Чебоксарском центре здоровья кожи. Причем это выражение приобрело буквальный смысл. Уникальную для столицы технику огненного массажа специалисты центра переняли у китайских наставников. Убедиться в безопасности процедуры и полюбоваться зрелищем выехала наша съемочная группа. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программ «Республика». Я с вами прощаюсь. До завтра. Процедура по коррекции фигуры. Сначала наношу аромамасла, размягчаю кожу, готовлю ее к сеансу. Огненный массаж – это не шоу или аттракцион для экстремалов. Это лечебная процедура, позволяющая избавиться от лишних сантиметров и плохого настроения. Древняя методика императорского массажа – огненное плетение – пришла из Китая. Следующий этап – сам ритуал огненного плетения. Для этого мы накрываем волосы в целях безопасности и смачиваем полотенце в настой лечебных трав. Массаж проводится в целях коррекции фигуры, поэтому будет акцент на зону капли. Но сейчас сам поджог. После эффективного прогрева тела открываются поры кожи, настой трав проникает глубоко, мобилизируя силы организма, и вот теперь начинается корректирующий массаж. Иван Рагуленко – специалист по массажу с 22-летним стажем. Каждые полгода он обучается у ведущих специалистов мира по различным техникам массажа – гавайского, японского, испанского. Огненный массаж он привез с международного фестиваля по спа-массажу, который недавно прошел в Болгарии. При коррекции фигуры с помощью китайского массажа важна зона не только спины, но и живота. Под действием тепла расширяются сосуды, улучшается циркуляция крови и лимфы, активизируется обмен веществ, выводятся шлаки из организма. К тому же, как утверждают пациенты центра, эта процедура совершенно безболезненна. Ой, конечно, очень такая впечатлительная процедура. Немножечко было страшно, когда поджигали спину. Но ощущения самые приятные. Методика огненного массажа включает в себя 5-6 сеансов через день. Затем пауза на 2 недели, после чего необходимо приходить раз в неделю. Наш центр занимается здоровьем здоровых людей. К нам приходят за красотой, за отдыхом и за хорошим внешним видом. И поэтому этот массаж я направил на коррекцию фигуры. То есть огонь, кроме того, что проминает и хорошо разогревает мышцы, он сжигает непосредственно жир. Вот, подкожную клетчатку. И определенно, если устанавливать область поджога, то можно довольно-таки быстро увидеть результаты. То есть это примерно 5-6 процедур уже будет видимый эффект. Огненный массаж, как утверждают специалисты центра, заменяет мезотерапию и озонотерапию. Добиться желаемого результата можно без изнуряющих диет и тренировок. Испытать на себе экзотическую процедуру сжигания жира можно в Центре здоровья кожи в удобное для вас время.